На франко-итальянской границе в Брянсоне завершился 18-й этап веломногодневки Тур де Франс. До этого момента велогонщик Астаны Фабио Арро занимал вторую строчку в генеральной классификации, однако, финишировав 13-м на этот раз, спустился до 5-го места в общем зачете. На первой позиции пока британский спортсмен Крис Фрум из Team Sky. Казахстанец Алексей Луценко заезд преодолел 17-м результатом. В общекомандном рейтинге Астана Pro Team на данный момент располагается на 3-й строчке. Вчера был тяжелый день, но меня радует, что в команде есть 4 сильных казахстанских велогонщика. Из 9 спортсменов двое вчера травмировались. Они выбыли из соревнования. Из оставшихся 7 четверо казахстанцы. Они хоть и молодые, но очень опытные велогонщики и показывают хорошие результаты.